Да. И вы мне сказали, 12:30. Какое 12:30? Ну да. Вот из-за чего... Я ж сильно боялась опоздать. Из-за чего здесь затягивается, непонятно. Непонятно. Там пока. То ли руководство, то ли с администрацией должен попадать, то ли... Когда же работали 3 смены, «Горизонт» был самый большой завод. Телевизоры делали, все делали, приемники. Было совсем другое. Сейчас заводы стоят, работы нет. Хрен я знаю, почему так. Развалилось, никому ничего не надо. И людей вообще нет. Передовой, а мы в тылу прикрываем. Да, мы так вот, таким образом. Вы же понимаете, что идеи как были, так и останутся. Нет вопросов. Позволили себе, себя позволили так обалабанить. Понимаете, за стеклянные бусы продали. Ну а что им детям на шею вешали и водку давали, когда забирали все? Ну, на площадь он не пошел сегодня. Да, он говорит, он мне говорил, что говорит, мне сказали здесь руководство, чтобы помогал здесь организовать это все. Вот, поэтому тут не до того было. На этом заводе работал мой муж перед смертью. Он и умер, работая здесь. Здесь прокладывали метро, он полез смотреть, упало что-то на ногу, и, в общем-то, он умер потом от этого. Тромба. Да, там, где производство, там и... Куда немножко пройти? Так надо в меру, сказал Неро. А так что? Другие напьются, да валяются вот так. Это же не работает. Выпей 100 грамм. Но если сильнее, то и больше нельзя пить. Как хорошо, что молодежь есть, это же здорово. Да? Да. Ну вот вы знаете, в голове-то что? И думаю, Господи, мой милый, вот вырастет Артемик, да, и в армию надо идти. Как посмотрю по телевизору, как они гоняют этих деток. Ну, неправда. Они молоденькие такие мальчики. Я переживаю. Ты вот не доживешь, пока ему в армию. Нет, так я не доживу, но я уже теперь в мысли думаю, вот вырастет, и в армию надо идти. Там кто-то выступает, а мы с вами не слышим. Что делали?
отойдите, пожалуйста, все на зеленую зону. Я Паша, не видишь? Ну, конечно, будут туда идти, назад и делать. Обещали, 13. Чего ждем? Правда. Говорят там, ты же слышишь? Они сейчас здесь, потом открывают. Могли бы сказать, могли бы. Процедура расписана. Говорили, говорили в сценарии. Видимо, в... Ну, ради бога. Главное, в России я сказала, что я люблю Путина. Ой, это хорошо. Ну, ради бога. При всем при том. На него такие нападки, прям страх. Да, как он терпит это? Ну, он, ну, ради бога, терпит. У него тоже есть, не волнуйтесь, свои шипы. Да. И вот выкупили завод, отдали тогда. 5 телевизоров отдавала я тогда. Выкупили завод по 2000. Тогда мы договорились. Каждому надо было. Потому что, ну, такое время было, что вот если коснется, что вот такое сокращение, или что вы вот не акционер, в первую очередь пойдете под сокращение. Кому-то надо было, кому хотелось. Люди отдавали вот так вот деньги. Ну что, мы пару лет, наверное, получали акции за акции, получали вот денежки, дивиденды. Там мало там было, конечно. И все, и пропало. Завод продали, вот и все. Наши акции, все пропало. Обманули нас. А тогда я могла купить 5 телевизоров. Так, надо отойти, да? Кто-то здесь будет идти. Мы в первых рядах, как понимаете. Хорошая погода, правда? Ребята, знаете, что я говорю? Сэкономим на душе, даже дорого стало. Ваши лидеры? Декан какой-нибудь? Нет? Галя? А? Покажите, поверните спинкой сюда. Видела? Да, да, я знаю. Я знаю, я все знаю. Только замерзли дети. О, ветераны, комсомольское партийное движение. Проходите. Говорят, что нужно опять такие значки комсомольцам положить. Нужно. БНТУ? Ну, я выпускница БНТУ. Правильно, тракторный завод, гордость нашей. Ради бога. Вы же понимаете, как я говорю, что почему Ленин пришел к власти? Потому что лозунг актуальный и сегодня. Мир народом, то, что есть, земля то, что президент говорит, это по сути то, что он говорил, только в современном оформлении. Да, совершенно верно. Вот и все. Поэтому так правильно. Я разговариваю с молодежью, понимаешь? Правильно, наш человек. Или я, например, разговариваю с ребятам. Вот я говорю, ребята, понимаете, какая история? Когда я работала в мастере, ну, неважно, в общем, в строительной организации. И у меня приходили в отдел молодые пацаны. Минскстрой это был. И они, каждый стремился скорее, у нас была возможность сунуться в кооператив. Нелегко, но реально. Реально построить квартиру. Машину было нельзя купить. Но зато ездили в общественном транспорте. И на такси можно было поехать. Не так оно дорого было. Но, Ляша, теперь, пожалуйста. Машину ломачину можно купить за 3 копейки. За получку, да. А попробуйте купить квартиру. Жилье надо напрячься. Может, и правильно. Не все должно быть так просто. Ладно. Ну, ради бога. И вам тоже. Спасибо.
еще немножечко туда давайте. Тут нельзя, тут Ленин, партия, комсомол! Ленин, партия, комсомол! Ленин, партия, комсомол! Фашизм не пройдет! 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 Это тоже хорошо, что их мало. Что там наше? Да, я понимаю.